Всем привет. Ракета интересна. Она своего рода баф на урон. У нее есть дополнительные характеристики. Поврежденные враги замедляются на 10% и на 30% получают больше урона на 6 секунд. Какой-то урон показать сложно, так как если взять пушку с 50 тысячами урона, прибавить 30%, это будет 65 тысяч. Вы просто не увидите этих цифр. Поэтому просто геймплей.